Еще чуть-чуть. Ближе. Встаньте, упавите, возьмите за руки, да? Бандерлог? Все, нормально, побежали дальше. Куда? Какие? Да, поехали к порталам. Чего, где это? Пригласите Борка в пати. Ну поехали, да, это, блядь, арена, где... Где генерал казино. А, да-да, а причем там прыгать по камням надо. О, да! А можно на Луну слетать напоследок, кстати. О, смотри, это самый... Древний же самый, блядь. Смотрите. Давай с птицам быстрее. Ой, нет, стой, птиц. Да. Нет, шайши босс был. Владуха? Что? Ты куда вышел? Пойдемте на Луну, слетаем. А почему ты в офлайне показываешь? Не знаю. Я и сам у себя в офлайне. Типа там перелично сразу в офлайн отправляете теперь всех, да? Нет, в смысле как? Это ж птица раньше, это, по-моему, босс был, да, если я не ошибаюсь? Ну, бобов, да. Очень серьезный чувак. Да. Фак. Ну и в смысле, это, блядь, когда в старой столице его надо было убивать там перед казинаком. Один из боссов был. Ну да, я говорю, так, босс. Ладно, пойдем на Луну. Не отвлекаемся. Да, поехали на Луну, слетаем. Голубая Луна. Голубая. Да. Не, Валер, у тебя лучше, блядь, получается. Конечно. А я помню, его там боговали, и с него этот же падал, да, какой-то сет? Не суверен воевода, да? Ну, он был как этот, блядь, Брайт, там, диагонист. Ну да, да, да. С него герби один падал. Да, его на герб боговали. Королевский. Там я забыл, кто там, блядь, опиздюлился-то? Какой-то СМ, да? Обосрал им фарм. Да. Добил. Венценосец, по-моему. Там этот громче всех возмущался. Тимур, блядь. Блядь! Не пофармить. Такой, блядь, ну почему нельзя было сказать? Зачем заставлять меня лезть в логи, там вся хуйня. Ветра хаоса, ребята. О, хуя себе здесь не был. В другую сторону. Куда попал? Какой-то замок, блядь, тут. А, маленький, да, помню. Такие лабиринты, все куда-то бегут. Да, кстати, интересная пасхалка такая. За дистроф и уж за бобров и такого хуйни нету. Я не видел такого за бобров. Да я тебе говорю, бобры вообще хуесосы. Че, пойдем? Селька уже ливнула. Ну хуй с ним тогда, ладно. А, я на острове оказался. Я в гнезде каком-то. Ну, на гнездо, это как всегда. Бля, кстати, вот спит, интересно, да? с чем они это делали? Лича, отожми кнопку. Реально, это же надо было заморачиваться, блядь, делать это. Куда скачите, ёбаный в рот? Я потерялся нахуй, пацаны. А, вот. Ну, пасхалки почти в каждой игре есть. Это такое уже неписанное правило. Как здесь мародёр стал, сфоткаться не даёт, гад. Я залезть не могу. Прикол. О, я тоже на острове. Бля, я хочу на эту, где это такая, типа, как ночь там или что-то такое. На Луну? Да. Да, на Луне сам прикольно. Fuck you, Carrie, you fat cunt. О, я на корабль попал. А Carrie тут это бабёна, которая, да, там занималась этой всей хуетой в последнее время?
О, я на корабле. А ты со мной. Вот, я вылетел уже. Я? Ничего, я сама вылетел. Стоять, ждать. Три минуты. Если я упаду, то я где буду? Опять сюда же. В нирване, Сверелька, в нирване. Владик, а как там у тебя на Шкурном острове? У тебя там пикник, да? Шлюхи, рок-н-ролл? Да. А он, видимо, забрался в этот... В текстуры там залез на Шкурном острове, да? Теперь сервер не выключится, да? Владик будет держать сервак. Хуя, какой ты меня выкинул, блядь. 100% онлайном, да? А кто там, Глобал, да? Говорил админу, что он из игры выйдет. Ну да. Типа ему бан дали, а он из игры не выходил. И чё, его не кикнуло? Ну он ему потом в итоге админ написал, что если из игры не выйдешь, я навечно тебя забаню. Никита, а как он его Типа он написал, выходи с игры, да, все дела, и ну на да. Неделю бан. Да, Глобал он для два, наверное, сидел, не выходил. Наймал систему, да? Да. Бля, хуя меня брекнул, то что выкинуло. Блять, мы здесь с порком застряли. Блять, вот это. Я, кстати, здесь никогда не была ни борком, ни доком, а потом чисто случайно кем-то здесь бегала, по-моему, фанатиком, и нашла это место. Я это еще нашел, когда на Т2 бегал. Когда здесь квесты выполнял. Я сюда залез. И я очень долго думал, зачем же это место было придумано. Когда он уже отключит этот ебаный сервер, а? Я хочу увидеть это. О, я в гнезде. Вы представляете, сколько сейчас просто волна скриншотов на последней секунде шатдауна такого, знаешь? О, это считают, что ли, все секунды? Я не понимаю, что это. Да-да-да. На массовых скриншотах. Ну все, 5. Все уже. 3.04. Ну и чё? И цитрэп просто. Сейчас у всех компы нахуй, пизды, взорвались, хуй. Перенапряжение, да? Они сейчас собираются или как, я не понимаю, что происходит? Админ заснул. Хуан ушел на пенсию, забыл выключить сервера. Там, не, этот, Хуан такой, наверное, блять, а как он выключается? О, слушайте, в каком-то классном месте, здесь такое все холодное. Круть. Прям от монитора повеяло, да? Холодком, да. Ну что, Ладуха, ты нашел идеальное место для перелива там, на Скорненном острове? Валерий, да. Да? Ты готов? Бля, ну точно Хуан не знает, как выключать сервак. Сейчас из розетки нахуй выдернет и все. Тут просто эти ковчеги ж прилепили. Я их не видел никогда, все хотел посмотреть. Кого прилепили? А где вообще? А призови нас. На Скорненном острове. Призови нас, да. А на ком ты? На сворке, на ком. Призови. Смотри, есть все там призывалочки? Да. Давай. А на какой сорке? Почему Асмар офлайн? Ну, блядь, ну баг такой, чё. Ой, давай, я на побережье. Давай, Владик, давай, блядь, Хуан сейчас красота. Доберётся до розетки. Реально, присылай, интересно аж.
призвалось? Нет. Нет. Куда он не пошел? Да. Короче, где это? Куда лететь? Это, блядь, далеко. Ну. А что там такое? Можешь рассказать? Ну тут как бы по бэку эти ж темные эльфы, они высадились к светлым на Утуан, на этих, на кусках земли. На. Они называются черные ковчеги. Это так. Это такая огромная, короче, это. Сильвер. Блять, я сейчас микрофон выдумал. Да, Сильвер, не нажимай кнопку, будь другом. Твоя кнопка передает нам, блядь, прямо из зада, я так смотрю. Люцифер там попердывает, а мы слушаем. Так, Владуха, где ты, блядь, я не вижу. Я успел на мост, и куда ехать дальше? Бегаю на площади, знаете, сколько до хера времени, и только сейчас прорисовались бобры. Их, они заняли всю точку вот эту огромную, их просто здесь пиздец сколько. А тебя не бьют? Нет, здесь все как в Нью-Йорке, все встречают Таймс-сквер такой. Дестер Вижн, они стояли кругом, и я не могла понять, почему они все стоят вокруг, ладно, ничего не делают. Ладно, мы нахуй ломаем систему, мы в Праге не стоим. Мы не быдло, мы не толпа. Мы маргиналы, блядь. Бля, вот тут лица можно было бы. Только мест хороших. Да, тут очень много хороших мест, Валерий, но поздно лить. Ну да. А чё там, Рональд не работает, да? Работает вроде. Может из него сделают фришард? Было бы неплохо. Да ну, блядь, они же закрывают его не потому, что что-то, а у них заканчивается лицензия. Ну что, вы стоите на центре? Где вы там есть? Да, да, да. Горячий! Горячий, давай сразу про ментов рассказывай. Ну, все хорошо. Не пиздец. Хорошо, ПР тебе в жопу не засунули, да? Нет, все замечательно. Горячий, у нас тут другой сейшн, мы тут вообще в другом месте, бля. Бля, надо это самое, короче, дать куда слетать. Ну что, не в Праге, что ли? Вот там, блядь, там сейчас просто вокруг центра выстроились все бобры, там, я не знаю, наверное, человек. Да, смотри, рассказывай, я туда вам вещаю. Блядь, как называется стартовая локация гномов? Ой, этих орков. Кровавый рог. Гора Кровавого рога? Вот это, блядь, мне нравится. Кровавый рог, первое, что я... Вот это первое, что я увидел. Блядь, нихуя тут красиво. Блядь, я вот не понимаю, нахуя они вот это вот делали в нижних тирах? Это просто пиздец какой-то. Вот 80%... Вот добрые суки, конченые какие-то, вот... Вот зачем кого-то бить здесь? Такая толпа стоит, вот что делать больше нечего. Слушай, а можно туда зайти внутрь? Там да? Воюют уже тут. Нет. Как бы планировалось, что туда можно будет заходить, вон там мост, короче. Но дверей, короче, там нет активных. Это, короче, херня, на которой темные эльфы прилетели всех захватывать. Хуяно здорово, нихуя. Че, бля, ребята, вообще корабль, видели да? Это, нет? Конечно, видели. Это стартовый лого туда, когда ну, ты только создаешь эльфа. И читаешь какие-то клаэфы и туда попадаешь. Правильно сказать, ты что, вообще никогда не качался, что ли? Все, все. Thanks for all the bugs. А, да, отсюда вички выходят вон, типа. Все, ребята, блядь, давайте плакать. Ноу! А откуда темные эльфы прилетели? С какой-то другой планеты? Типа? На них прилетели с Нагаронда. Мы летели там, блядь. На квазаре, блядь, жарил. Какого варпа? Так эта сука меня уронила, и я не встать не могла. Я не понял, они что, блядь, стебусы, что ли? Ой, слушай, это статуя Маликита, да? Да. Ты в смысле туда вниз что? По дорожке езжай, там еще до хера что есть. Где?
А куда вы уехали? Я вас не вижу. Владик, куда? Показывай. Да я уехал в Праг. Ах ты шлюха. О, Асмар появился. Короче, я тоже в Праг. Меня, свирит. Давай, давай. Владик, в сущности не регенится вообще ничем просто, поэтому забудь. Нас по большому счету получается, что если бы народу было дохуя, играть было бы еще хуже, то что в сущности бы не регенились, например. Ну, они у меня не регенятся уже последний час, наверное, вообще абсолютно. Ты когда лагает, народу много, это всегда так, это давно уже. Это ебало. Да. Да. Такой интеллигентный комментарий. Я. На тёголях. Да, составлен папир и шуром, да? Ну чё, где бобры-то? Ай, нет, нет, нет! Всё, пизда рулю. Да. И седлу. У меня за всю игру столько нет скриншотов, сколько за последние два дня, блин. Все. Я за всю игру сделал где-то порядка 20 скриншотов. Блин, а пипец здесь было много серверов поначалу. На старте, да. Сколько? Штук 30, наверное, да? Ну это без считать американцами и евросами. 54, хуясь. Сколько было на пике? 800 тысяч подписчиков, да? Да. 800 тысяч кровок. Да не, больше ляма, точно. Потому что они продали все. Больше ляму копии только в первую неделю, что. Ну да. Там есть сервера Океания, ебать. Там всего один вроде. Европа, ну, Океания, да. Рунфанг. Лунный клык. Хорош, ну звонит уже. Интересно, а как они выдумывали название серверов вообще? А это все из бэка. Почти все. Mm-hmm. Что-то из бэка, а что-то это... около плавающее, там просто по фэнтезийной хуйне. Кракодрак, вот сервер, это гномия, крепость, Волан Вилс. Ну это все, Ральц, короче. Это тоже какой-то чел там, да, вроде. Ранрок есть. Рональд это бог этих жуликов и мошенников, а Шарль его мать, короче. Ариэль-то. А, Ариэль был сразу запущен, да? Нет. Нет, я имею в виду, русские сервера все сразу были запущены, три? Нет, только два. Ариэль, Рональд, Шарли потом. А, Шарли потом добавили, да. Да, Рональд всегда был самым хуесосным сервером, просто, блядь, вот. Это да. Я помню, с братюней выбирали, какой сервер идти, и такие сели. Бля, один опера, вера, второй какой-то. Есть сервер Ослан, кстати. Ну, как бы все европейские сервера, они в основном привязаны к географии, лохи. Или там все круто. Да. Ну что, ребята, бля, надо было купить по бутылке вискаря и сейчас сидеть бухать. Калидор. Просто, вот жестко. А у меня есть, могу прямо сейчас. Блять, вот алкаши, а, собрались, пиздец. Бля, ну это к Новому году тоже запущено. Ну, тоже можно пошустрить. Так, Валерий, ты тут это не выебывайся, заходи на моего СМа и качай его, понял?